от сконсолідуємося і дам їм пояснювати, що ніхто не поїде. Будуть стояти тиждень, місяць, два, але вони не поїдуть. Ні, нічого різати не треба. Послухайте, просто є принципова позиція. Вони думають, що вони постоять тут пару годин. Я вірю. Кто мне вернет моих детей, которые там находятся? И ты маешь полное право. И кто, эти люди доказывают, что мы их обижаем. А кто мне восстановит мой моральный ущерб? Почему я не остался там жить? У меня бизнес был. Почему я не остался жить и кормить свою родину? Почему я посчитал, что я украинец? Я крымсатарин, я считаю себя украинцем. Я полтора года в окопах сижу, я воюю здесь. Защищаю целостность Украины. И в это время кто-то этого все кормит на той стороне. Знаешь что, правильно, берем и идем, стоять тут нема чего, рух перекрытый, вот там дальше есть разворот. Йдемо і говоримо, ви нікуди точно не поїдете. Все. Наташа.